Друзья мои, всем привет, с вами Олеся. И у нас тут в Италии уже лето заканчивается, а мы с вами до сих пор не съездили в Альберобелло, не посмотрели, как оно выглядит этим летом, летом 2024 года. Поэтому исправляюсь. В этом видео у нас будет обед в Альберобелло и небольшая расслабляющая прогулка по этому чудесному сказочному городку. Ребята, мы сели пообедать в Альберобелло, и мы выбрали брачерию. Видите, написано «Брачерия ла Фонтана». Дело в том, что брачерия – это такое место, такая структура общественного питания, где вам нажарят мясо. Вот. То есть у них даже нету пасты в меню, потому что они специализируются на том, что делают такие вот блюда, типа сосисок нажарить, какие-то у них могут быть панини, салат, мясо, самое разное. Так что сейчас будем пробовать и рассказывать. Ну что, наш обед начинается с вина. Это местное локальное вино, Негромара, конечно же, знаменитое апулийское, и Розато Фрицанте. То есть розовое должно быть немножечко, оно как немножко шипучее. Сейчас заценю. Пришел обед. Это наше вот первое блюдо. Мы будем только вторым сегодня, вернее, без первого, без пасты. Вот принесли первое, это грильято мисто. Смотрите, кусочек мяса пожарен, сосиски местные пожарены и бомбетты. Вот такие рулетики вкусные, пахнет все вкусно, обалдеть. Еще мы взяли тальято ди манзо. Видите, тоже жареная, средняя прожарка, кусочки мяса пожарены, руккола, сырочек. Вкуснятина. Бон аппетит, а тутти. Ребятки, под прошлым видео написали, что Сандра уже как родная. Вот она поет свои песни. Когда я приезжаю в Альберобелло, всегда захожу вот на эту улицу к ней. И она всегда поет. Сейчас разберемся. Когда туристы приезжают в Бари, в Апулию отдыхать и планируют себе поездки в какие-нибудь интересные места, то первым делом, конечно же, вспоминают про Альберобелло. Это настолько удивительно, ни на что не похожее место, что вы просто обязаны его посетить хотя бы один раз в жизни или хотя бы раз за отпуск, если вы часто приезжаете в Апулию. Обязательно, обязательно нужно съездить погулять в этот городок. Тем более тем, кто планирует поездку осенью, в сентябре, обратите внимание, что с 25 по 28 сентября в Альберобелло проходит Феста Патроната, то есть праздник святых покровителей этого города. Святые покровители города Альберобелло – это медики-бессеребренники Козьма и Дамиано. В главной базилике городка есть их статуи, вот их должны будут выносить, катать как-то по улицам. И в реликвариуме в этой базилике даже хранятся фрагменты мощей святых Козьмы и Дамиано. Кто будет здесь отдыхать в конце сентября, обратите внимание и приезжайте сюда в эти дни. Здесь будет особенно многолюдно, будут разные мероприятия. Я думаю, что это будет интересно. На самом деле в Альберобелло всегда полно людей, здесь всегда полно туристов. Какая бы ни была ситуация с туризмом, какой бы ни был сезон, сюда ежедневно привозят несколько автобусов туристов, как минимум. А в пиковые месяцы здесь все стоянки забиты. По улицам вы просто перемещаетесь в толпе. Вы не идете просто по пустой улице, а вы перемещаетесь в толпе. Обязательно идет много людей. И это люди из самых разных стран, самых разных национальностей, которые приехали полюбоваться на это чудесное место. Почему все сюда стремятся? Ну, конечно же, в первую очередь увидеть особенные старинные домики Трули. Это никакая не стилизация. Тут некоторые спрашивали, что, а может быть, это новодел? Нет, нет, ребят, эти домики строились здесь с конца 15 века. Некоторым улицам по 600 лет.
и они сохранились практически без изменений. Тут только проводили сети по улицам, да, поднимали покрытие, прокладывали водоснабжение, канализацию, все, что надо, все сети, и назад его ложили, да, то есть тут поменялось вот покрытие, поменялись сети, а дома как стояли, так эти дома и стоят. Некоторые дома были разрушены со временем, перестроены, но очень многие дома стоят здесь уже много сотен лет. Вот такая вот ситуация. И, как я уже говорила, сейчас уже новые такие домики строить нельзя. Вы не встретите Трула, построенное в этом году, в прошлом году, в 2000-х годах. Сейчас строительство таких домов запрещено. Дело в том, что в 1925 году были приняты новые нормы, и по некоторым показателям Трула не соответствовали новым правилам, и поэтому теперь их строить нельзя. Но, тем не менее, можно всегда купить старенький какой-нибудь полуразваленный Труль и его восстановить, реконструировать. Реконструировать, ремонтировать, пристраивать к ним что-нибудь можно, да, без проблем. Когда я ездила сюда первый раз, у меня была Женя маленькая, ей было 4 годика, и мы рассказывали, что поедем смотреть домики гномиков. Ну, на самом деле, конечно, это никакие не домики гномиков. В этих домах жили крестьяне. Это такие крестьянские дома, типичные для этой местности в 16 веке. Сейчас их выкрашивают белый цвет, не красят белый только крышу. Она сначала светлая, когда вот укладывается этот камень, а потом со временем от осадков, от внешних воздействий она темнеет. И получаются вот такие вот темно-серые крыши конические и белые стены. Вот за счет того, что домики эти красят белый цвет, Альберобелла относится к знаменитым белым городам Апулии. В регионе Апулия есть несколько старых городов, которые вот так вот полностью выкрашены в белый цвет, или там стоит много зданий из светлого камня, светлого туфа, и их называют белыми городами Апулии. Я люблю приезжать в Альберобелла погулять утром, днем, вечером, на обед, на ужин. Когда приезжают в гости друзья или родственники, мы обязательно предусматриваем в нашей программе поездку в Альберобелла для того, чтобы провести здесь несколько часов. Купить сувениры, покушать, поплутать по этим улочкам вверх и вниз, зайти в музей, зайти в церковь и обязательно зайти в несколько интересных местных сувенирных магазинчиков. Да, у меня на канале можно увидеть много роликов из Альберобелла, из Лечи, из Лакаратондо, из Полиньяно Амары, из Астуни и других городов Апулии. Видео, в которых я что-то рассказываю про эти города или где я просто гуляю по улицам. Поэтому, если вы любите такие ролики, я оставлю внизу подборку, плейлист с прогулками по разным городам. Проходите, смотрите. Вот такая вот у нас прогулка получилась. Ну что, друзья мои, я на этом видео заканчиваю. Я вас всех целую, обнимаю и желаю вам хорошего настроения. Подписывайтесь обязательно на мой канал, и мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Чао-чао, а тути, всем пока-пока.